Всем привет, с вами Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим горку 3К от фирмы Барс со вставками в расцветке цифрофлора. Комплект состоит из трех предметов: куртка, подтяжки и штаны. Начнем с куртки. Основной материал изготовления горки — это брезент, и в отличие от классической горки 3К от той же фирмы Барс, здесь вставки выполнены не из смесовой ткани, а из ткани рипстоп. Начнем с капюшона. У капюшона есть небольшой козырек. Вставка из ткани рипстоп до затылка, утяжка, которая утягивает капюшон по горизонтали, и две утяжки, которые утягивают его по кругу. Сам капюшон двойной, он как бы сделан из двух слоев ткани. Пуговицы пришиты, то есть они не на стропе. Клапана для пуговиц начинаются от груди. Здесь они все закрыты. Таким образом. Клапана карманов куртки выполнены с дополнительной накладкой из ткани рипстоп. Закрываются на пуговицу. Есть перегиб для того, чтобы вещи, хранящиеся в вашем кармане, случайно оттуда не выпали. Приблизительно его размеры — это 23 на 17 сантиметров. Карман достаточно вместительный. Низ куртки обработан той же тканью рипстоп. То есть задняя часть немного выступает над передней, швы дополнительно усилены лентой. Слева есть утяжка для того, чтобы утянуть подол куртки. С внутренней части куртки мы видим эмблему самой фирмы с инструкцией по уходу за костюмом и размером его. Также есть внутренний карман на пуговице, он пришит только с верхней части. Утяжка, которая утягивает куртку в области талии, то есть чтобы сам костюм сидел гораздо удобней. И такие утяжки есть как справа, так и слева. Внутренний карман только с одной стороны. Швы также дополнительно усилены лентой. Что касается качества изделия, оно на высоте, как у всех изделий фирмы Барс. Никаких торчащих ниток, все швы обработаны с двух сторон дополнительно. Таким образом. Перейдем к рукавам. На правой и левой руке есть карман накладной с клапаном треугольной формы, липучкой велкро. Он не очень большой, но вполне в него можно положить телефон или какую-нибудь другую мелочь. Усиливающая накладка из той же ткани рипстоп на локтях. Резинка для более удобной посадки по руке. И такой же усиленный тканью манжет на резинке. Переходим к штанам. В пояс встроены резинки для дополнительной утяжки по талии. Шлевки под широкий ремень. Резинка на пуговицах. Есть клапана для пуговиц. Сзади. На всей задней части большая вставка из ткани рипстоп для дополнительного усиления. Два вкладных кармана сзади на пуговицах. Клапаном. Сбоку на штанине накладной карман больших размеров, выполнен из ткани рипстоп, на пуговице, тоже с перегибом. На коленях усиливающая вставка и имеется пыльник. Который завязывается вокруг ноги веревочками, заправляется в берцы и сверху одевается штанина. Отдельно о подтяжках. Они также изготовлены из брезента, пуговицы для крепления пряжек, резинка. Причем резинка, которая находится спереди, она длиннее, чем резинка сзади. Крепится на спине крестом. Как закрепить наши подтяжки? Справа и слева на штанах есть специальные кольца для подтяжек. Продеваем нижнее кольцо нашей подтяжки, одеваем на пуговицу, затем одеваем верхнее. Подтяжка готова. Давайте померим костюм. Вот мы одели наш костюм. Поподробнее расскажу о задней утяжке капюшона. Она нужна для того, чтобы можно было утянуть его
тем самым освободить наше боковое зрение, чтобы капюшон не сужал наш угол обзора. У костюма широкий ворот. В холодное время года можно под низ одеть либо какую-то теплую одежду с высоким воротом, либо шарф, либо арафатку. Поподробнее остановимся на подтяжках. Как можно видеть, они крепятся сбоку у штанов. Двойные резинки. Те, которые длиннее спереди, короче, сзади. На спине они крепятся крестом. Вот наш пыльник. Верхняя часть, которая одевается на берец. И вот сам пыльник, можно увидеть, это веревочка, которая обвязывается вокруг ноги для того, чтобы пыльник лучше сидел на ботинках. Он нужен для того, чтобы предотвращать попадание грязи либо насекомых внутрь ботинка. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До свидания.